Неудивительно, что земельные участки часто оказываются незаконной собственностью коррупционеров. За пастбищами и пашнями в Казахстане, как выяснилось, ведется плохой контроль. Порядка 11 тысяч участков общей площадью 5 миллионов гектар были заброшены владельцами и давно заросли бурьяном. Чуть меньше половины из них удалось вернуть в государственную собственность. Об этом сообщили сегодня в Астане. Инвентаризация земли под индивидуальное жилищное строительство и коммерческую недвижимость показала практически зеркальную ситуацию. Всем владельцам уже выданы письменные предписания исправить положение дел. Что касательно вовлечения в оборот неиспользуемых земель под сельхозугодия, то положительная статистика наблюдается в Южно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях. Куда менее позитивная ситуация в Мангистауской, Тырауской и Кызылординской. Мы провели анализ. Если около 30 тысяч земельных участков действительно не использовали по субъективным причинам, то есть у них была возможность, но они не строили, то около 20 тысяч по объективным причинам, потому что там не было водоснабжения, не было там электричества, не было дорог. То есть они фактически не имели возможности, будем так говорить, строить на этом месте жилье.